В последние годы армянина превратили из «мы» в «я», и таким образом победили его. Об этом во время митинга на площади республики заявил 22 ноября политолог, провозглашенный лидером народного движения Армении Вазген Петросян. По мнению политолога, Армения должна пересмотреть свои взгляды. Если мы хотим, чтобы наш голос снова был услышан в мире, если мы хотим иметь свое место и роль в мире, то должны вновь стать нами. Касаясь последствий делимитации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, он отметил, что если такое произойдет, то армянам навсегда придется забыть о Карабахе и о Нахичеване. Если мы признаем территориальную целостность Азербайджана, следующим шагом турок станет требовать о передаче им какой-то дороги, которая позволит связать Азербайджан с Нахичеваном. После этого будет реализована пантюркская программа, и существование Армении и армянского народа станет лишь вопросом времени, заявил эксперт. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.